Привет, ребята! Я на проводе. Не стала я вам сегодня снимать на работе. Вы скажете, у нас вам кашу не испортишь, я точно испортишь вам. Наверное, моя кухня вот тут вот в печеночках сидит. Ну, сейчас я приехала к механику, попробую пройти техосмотр. Такой маленький закоулочек. И очень удобно, что у меня рядом и механик, и техосмотр машин. Так, все посмотрим, если сейчас время. Сейчас займусь немножко. Стеклышки помоем машине. Это уже, блин, стыдно на такой машине ездить. Самой же ж ничего не видно. Вот. Он мне заодно лампочки поменяет. Дворники, наверное, попрошу поменять, если есть поменять. Такой называется Lely Motors. Потом поедем на огород, поработаем. Огурчики надо подвязать. В общем, вот так вот после работы. Успела убежать вовремя с работы. Сильвио приехал, пришло 4 наших туриста с детками. А мы начали делать креп. То есть блинчики. Блинчики соленые, блинчики сладкие. Сделала 4 блинчика нашим русским туристам и улетела, пока не загрузили другой работы. Ну, сейчас гляньте на эту машину. С ума сойти, да? Что каждый день, типа, какого-то дождь, не дождь, а вообще что-то поляпает, вот это вот, песчаные бури, так сказать. И вся машина в песке. Сейчас мы ее протрем. У него здесь кабинетик. Туалетик, где я уже ручки помыла. Мальчик машину ремонтирует. Такой небольшой гаражик. 600-я стоит. Мотоциклы. И мой механик на улице. Кругленький такой. Сигары во рту. Facela foto de la mia macchina. Поменяем сейчас лампочки, все будет хорошо в моей машинке. Стопы не горят. Механик. Привет, механик. Вайн Русия. У вас тоже часто стопы в машине горят? Знаете, что здесь за это штрафы? Сумасшедшие. Один раз 84 евро штрафа заплатили. Всего за то, что стоп не работает. Едет полиция сзади, останавливает тебя. Паркуйся. Ага. Здрасте вам. В тряпочку. И денежки. Ага. Будем надеяться, что сделают, потому что сейчас все закрывается. Поехал мой механик. Ну, с Богом. Давай, давай, сделай мне, пожалуйста, техосмотр. Я уже завтра сюда не приезжала. Нет, завтра я все равно приеду. У меня новые дворники повыше. Идем в тенек, а то сильно жарко. Как интересно у него расписание. Ну, видите, с 8 утра до 12. И потом с 2, 2 часа обед и до 7 вечера. Хорошо, что я под их расписание попадаю. Значит, был бы мне техосмотр. Пришлось бы с работы отпрашиваться. Вот камера наблюдения стоит. Белым человеком. Зашла к нему в офис, он мне включил кондиционер, загнал машину туда на техосмотр. Не знаю, сделают или не сделают, потому что они через 20 минут закрываются. Ну, если не сделают, придется завтра еще сюда возвращаться. Но видите, какой механик. Я к нему приезжаю раз в 2 года где-то. Всех помнит, все такой. Карапузик такой симпатя. Бегает все, он белый. Молодец, молодец. И вот эта сигара у него сорта никогда. Вот сколько я его знаю, он все время с сигарой во рту. Вроде она и потушенная. А может и зажженная. Бог его знает, но короче сорта не вылазит. Видите, такой кабинетик трудяги. Кресло такое, компьютер, где он делает заказы, стол. Довольно-таки чисто, я сказала, для гаража. Конечно, насыпана куча везде всего, но как для технической такой мастерской, довольно-таки чисто. Такие девушки на стене висят и кондиционер висит. Вот так вот.
вам какую кепочку дать, чтобы механиками побыть. Кепочки или ключи от Мерса. Тут и мотоциклы, и Мерсы. Паренек такой. Работают люди. Или люк, жди. Чё тебе? 6 часов, я сейчас усну. Прибалдела. Как интересно, у него тут экран стоит, моя машина стоит на улице. Он отсюда видит, там парень ходит, посмотрим, если загонит он ее, потому что уже 6:15. Значит, сделает некий осмотр, не загонит, значит, что за завтра. Сижу тихонько, жду. Это нижняя часть. То есть четвертое окошечко внизу справа показывает. Показывает 4 картинки. И нижняя справа — это техосмотр. Техосмотр до 6 часов вечера, но смотрю, уже без 15:07, и только что мою машину забрали. Нету ее здесь на улице, на стоянке. Значит, делают техосмотр. Боже, неужели я сегодня поеду с техосмотром домой? Я уже готова на огород сегодня не идти. Пусть огурцы дальше сами растут, не подвязанные. Пусть они тулятся куда хотят, лишь бы техосмотр пройти. Пока сидела Леля тут, мотоцикл поремонтировал девочки. Молодец. Кричим ура! Техосмотр прошли, ребята, техосмотр. Завтра мы сюда заедем, потому что он мне поменяет дворнички, которые рассыпались. Вот так вот моя машинка ходила. Знаете, как они проверяют? Тормозные системы, все, все проверено. Вы что думаете, что это все за все просто так забашлялось и все? Ага. Тут техосмотр. Проходить надо, так что поехали домой. Все, мы прошли. Отдыхать, отдыхать. Домой приехала дурочка. 65 евро стоит техосмотр. Пошли домой. Классная песня, не хочу с машины выходить. Ладно, выключаемся, все. Домой отдыхать.